Пакета. Она тоже хочет из себя Мустафину представить. Давайте посмотрим, как ей это удастся. Вот здесь как раз-таки представление начинается небольшое, и робота пытается изобразить. Ну да. Вот ты смотри, как хитро. Да, она потеряла равновесие. Но ушла. Но она так обыграла. Да. Ну, например, если она для меня конкурентка, я ее накажу все равно. А если не конкурентка, я пропустила бы такую ситуацию. Они за ковер вышли. Да, ну вышло, ладно, это уже верит. Но я хотел сказать, вот такая немощная девчонка, а пытается. Вау! Сделала поворот. Как четко закончила. Да, просто поворота. Молодец. Обычно бывает, что в конце уже теряют они контроль. И здесь самая главная ошибка, которая сразу их удаляет. Опа. Вот одна из немногих гимнасток, которая держит ноги вместе во время винтового вращения. Молодец. Это японцы, там же мальчишки так умеют делать. Она подсдохла уже, подустала. Потому что прыжки уже были низко все выполнялись. Тяжело, конечно. Вздохни, дурёшка. Миниатюрная гимнастка такую акробатику показывает. Вернувшись в конце. Вот характер какой, прям самурайский. Все здорово. Сделала. Молодец. Ну, Хатакеда, умница. Молодец. Понравилось, безусловно. Может, ты нам